Приветик-приветик, с вами опять Лена. Сегодня мне надо вышивать. Ну, конечно, залаяли собаки, ну, как вы хотели. О, блин. Да, ну ладно, несмотря на лающих собак, нам надо все-таки определиться, куда мы будем двигаться. Куда мы будем двигаться в этом. Так, отойдите, пожалуйста. Куда мы будем двигаться? Я надеюсь, я вижу, что я показываю. То есть, надеюсь, вы видите. Надеюсь, вы видите и что-то слышите. Попытка номер два. Тут собака лаяла и не дала мне первую сделать. Попытка номер два. Мы пытаемся выбрать следующий кусок пандемика, который нам надо вышивать сегодня и завтра. Мы будем вышивать пандемик. И нужно выбрать следующий кусок. Куда нам двигаться? Куда? Так, возьму что-нибудь в руки. Может быть, пойти вверх от льва? Так, вот это что еще такое? Тут, вот тут вот закончить вот этот фрагмент. Вот такой же домик сюда. Да, наверное, надо так и сделать. Такой же вот домик сюда разместить. И вот закончить вот этот кусочек. А, так. Так. Это что такое? Ай, где с моей нитки? Ты что делаешь? Вот твоя игрушка. Нет, ему понравилось. Смотрите, вот что творится. А так, вот. Другой вариант. Это взять вот этот уголок, начать. Вот здесь такая дырень, как бы она такая некрасивая. Да? Ну вот туда я вверх идти не хочу. То есть это или это. Это или это. Вот опять у нас выбор. Это или это. Хм. И дыру вот эту охота заделать. И тут вот как бы логично просится впяльца. Сейчас, секундочку. Пяльца у нас влезет. Так. Ну, в принципе, здесь неплохо. Это войдет вот эти птички и вот этот вот, возможно, уголок. А здесь... Вот от этих птичек. Это вот этот надо делать прямоугольник. Вот этот прямоугольник надо делать. Тогда. Вот хуже нет выбирать выбор. Так. Самое трудное. Почему люди бросают кубики, делают рулетку, вытаскивают карты. Вот из-за этого вот куча времени теряется на то, чтобы ты там... Чем-то какая-то бессмысленная мозговая деятельность. Ну, принципе, абсолютно бессмысленная, не творческая, не... продуктивная, вот этот выбор. И поэтому, если его можно скинуть на кого-то другого или на какую-то какие-то кубики, то это очень даже хорошо. Хотя бы два пальца свести и все. И решить таким образом этот несчастный вопрос. Этот или этот? Этот или этот? Наверное, все-таки вот этот. Жесть, короче. Да, особенно для интроверта. Ориентир вот этому вершинка. Экстраверту, может быть, легче выбирать. Не знаю. Интроверту лично мне это всегда проблем. Проблем, большой проблем. Как-то так. То есть можно вот так далеко не заходить. Ну да. Ладно, все, решили, что так и будем делать.